две группки болтунов в YouTube и вообще везде в Телеграме. Одна группа болтунов сообщала, что за несколько дней они все, значит, победят бендеровцев в Украине, ну, они говорят, на Украине, все возьмут, все захватят. Это одна группа приматов. Другая группа приматов, которые как бы считают, что она со знаком плюс, явились, вот, так сказать, со знаком плюс олухи, которые в течение всех этих месяцев обещают, что через месяц все закончится, и Украина выйдет на границы там 91-го года нашей эры. Вот вы вдумайтесь, что вы слушаете последние, сколько это идет, 8 месяцев, а на самом деле это не 8 месяцев, где вы были 8 лет, 80, где вы были 80 лет, мне интересно.